Обращается коалиционный отряд наблюдателей. Целью обращения является предложение о переговорах в будущем между представителями человечества и коалицией. Перейдем на основные современные языки Земли. Китайский, английский, испанский и русский. К настоящему времени человечество составило представление о Вселенной в целом более правильное, чем во времена первого и второго обращения. Действительно, Солнце не находится в центре Вселенной, а является одной из звезд, входящих в состав галактики. Действительно, человеческая раса является не единственной во Вселенной. А в остальном большинство наших космогонических догадок являются ошибочными. Является заблуждением веры ваших ученых в существование каких-то, пусть даже еще не открытых, незыблемых законов Вселенной и в постоянство мировых констант. Причина, как бы вообще ошибочно ваше представление о мирности пространства во Вселенной. Мир хаотичен. Если ваше расслабление галактик прижует гравитационный циклон, то уничтожит всю органическую жизнь на тех планетах, которые не предпримут меры по безопасности. Человечество всегда руководствует подобной стратегией. Оно проводит все свои усилия на удовлетворение кратковременных потребностей. Это обстоятельство вынуждает многих участников ВОЗ сомневаться. Вам как разумная ранее. Сам известный представитель животного мира на различных планетах. Способный контингент разнообразной реакции. Вселенной, но что за ней не будет известно. Поэтому будет решено пересечь ее. Что же это будет в этом будущем? Будущее как будущее. Все, в принципе, как мы себе представляли. За окно выглядываешь, киберпанк. Да только не в этом будущее.